ХП-ручка G640. В общем, наконец-то привезли мне этот графический планшет от фирмы XP Pen модели G640. В комплекте у вас будет провод, пакетик с принадлежностями, перо, 20 сменных наконечников и сам планшет. Сам по себе планшет небольших размеров и не тяжелый. Дизайн черный и выполнен, как я понял, в минимализм, что очень даже нравится. Толщина рабочей поверхности 2 мм, размеры 6 на 4 дюйма, что примерно в 2 раза больше, чем у модели G430. Может использоваться как правшами, так и левшами. Сама поверхность планшета, то есть ее шероховатость, немного удивила. Сравнивая с Wacom CTL471, да, мы будем сравнивать именно с этим производителем, я заметил, что у Wacom поверхность шероховатая, и по мере игры в OSU она стирается до такой степени, что оставляет след, на котором можно заметить свое отражение. А у XP Pen она уже как бы стерта и будто говорит тебе: «Я готов. Используй меня». Ручка тоже меня удивила, она немного тоньше и легче, чем у Wacom, так как перо не содержит батарейки. Провод без тканевой оплетки обычной длины может быть больше метра, но даже если он будет мал или вы его потеряете, вы в любом случае сможете заменить его любым другим проводом USB 2.0. Также у пера этого планшета не 2048 уровней нажатия, а 8192, что говорит о том, что его можно использовать для рисования или для росписей. Сам не проверял, я не художник и не генсекретарь Советского Союза. Также на их сайте есть программное обеспечение специально для игры в OSU. Единственный минус этой программы в том, что в ней нет возможности создать рабочую область по координатам, но не суть. Еще эта компания утверждает, что этот планшет сделан специально для игры в OSU. Ну что ж, давайте проверим. Итак, пока вы смотрите на сравнение характеристик этих графических планшетов, я скажу свое мнение о нем. Годится ли он для игры в OSU? Однозначно да. Производитель, как и сам планшет, очень понравился. Перо по планшету водится легко, при игре не было обнаружено никаких дефектов типа багов, задержки ввода и тому подобному. Если бы я раньше узнал об этом планшете, то я бы купил именно его. В чем смысл? Он дешевле Wacom аж на 3000 рублей. Ну а дальше решайте сами, стоит ли покупать этот планшет или Wacom. А мне пора идти. Спасибо за просмотр, все ссылки в описании.